Очередная забастовка нефтяников на западе Казахстана. Каковы требования рабочих? Минус 16 градус, аязда, сырта, кудалап шықты. Тупкараганский район Мангистауской области, месторождение Северный Каражанбас. На кадрах работники предприятия «Физтех-2», занимающегося добычей нефти и газа. Забастовка длится уже третий день. Участвует в ней около 30 нефтяников. 10 декабря рабочие записали обращение к президенту Казахстана. По их словам, они получают от 112 до 180 тысяч тенге в месяц. Этих денег, жалуются нефтяники, не хватает на продукты и повседневную жизнь. Они требуют повысить зарплаты вдвое и пересмотреть трудовые контракты. По словам рабочих, руководство выставило их за территорию предприятия. Людям пришлось поставить юрту, чтобы согреться в 16 градусах. Мороз. В нефтедобывающей компании говорят, что повысить зарплаты вдвое не могут, мол, предприятие на грани банкротства. Рабочие утверждают, что не разъедутся по домам, пока их требования не выполнят. К бастующим в ближайшие дни собираются присоединиться еще более полусотни нефтяников, которые приедут на вахту. Забастовки нефтяников на западе Казахстана – частое явление в последние годы. Периодически споры рабочих и руководства компании перерастают в митинги и голодовки. АО «Физтех» ЕКО компаниясының жұмысшылары, басшылары іштен қу жүрген. Дала 12 градус, аяз, бозашыда. Адамдардың бәрі далада ұйықтап отыр, далада. Оу! А? Осының барлығына генеральный директор. Генеральный директор Байжалиев Ернар. Және де оның жаңағы көмекші замы Кадиров. Талғат деген кісілер жауапты. Жұмысшыларда мынандай аязда, далада жерде жатыр, жерде. Байлықты 100% көтеру талап етуде. Жұмысшылар басшыларға наразы. Айлық жалақымыз 112 мың теңге. 380 аралығында. АО «Физтех» компаниясы. Ассаламу алейкум, жігіттер. Те, общий міне шығып жатыр. Общий группаға айтып. Те, общий группаға айтып отырмын. Те, міне директор келді, жаңа шығындар деп, бәріміз шығып жатыр. Айте, апасының объекті. Апасының объекті, жаңа видеосы бар жатыр сендерге, жүр. Поста күтеміз. Поста күтеміз, общий.